Видишь, чувствуешь? 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 Все. Когда работаешь, вот, работаешь, да? В тайском любом направлении, да? Когда ты бьешь, вот смотри, видишь? И вот, и вот нога должна проходить сюда под колено, не туда, она уходит. Второй, когда уход, бей меня, вот он чай, вот. И тогда бьется не так, а под колено она. Чувствуете? Это да. Все удары херня. Понял? Вот выбивает. Потом вот отбивает. А клинч не бьется сюда. Сейчас спокойно. Пока. Раз, два. Не просто, а смотри. Видишь, чувствуешь? Чувствуешь? Все. Это клинч. Клинч так не работает. Это херня, ребят. Если работает, то делай так, смотри. Вот, смотри. Хоп, поджал. Чувствуешь? Во. Вот тогда идет раз. Во. Два. Чувствуешь нога? Раз. Вот это клинч. Это спокойная работа, но стан. И в основном защита, вот это все херня в тайском, бирманском боксе не считается. Считается только баллы большие дают клинч, баллы. И баллы дают бокс. Понял? И когда клинч заходит, заходи. А видишь, ставит. Клинч заходит, делает. Вот прорывается. Вот. И отсюда вот. Вот захват. И все. Я его показал чуть-чуть. Развернул руку. Вот захват. Слышишь, клинч как работает. Теперь работа. Вот. Это клинч. А его задача уходить. Теперь ты бери, я покажу, как уходить. Тяни к себе. Еще раз. Вот. Еще бери. Вот. Идет. Видишь, уже прошло. Еще раз. Вот. Вот, видишь. Вот это чисто работа дайте. Бьет нога. Чем не знаю. Бьет нога. Подцепил. Бьет нога. Подцепил. Два. Бьет нога. Три. Бей. Четыре. Вот это тайская работа. Видел? А вот я буду все время работать. Иди. Я все буду. Поняли? Подбивать сюда, бьет сюда. Поняли? Вот. Разворот сюда, под низ. Раз. И все. Разворот сюда, клинч. И вот. Все, иди. Стоп. Хоп. Видишь? Иди, работай. Хоп. Два. Работаем. Хоп. Три. Четыре. Открыть. Видишь? Вот это работа тай. А бирманский еще хуже, ребят. Я объясню. Иди. Вот я поставил руку. Бирманский, что такое? Вот. Голова работает в бирманском первым. И они кость-кость бьют бирманский. Встал в штурку, они бьют. Кость-кость. Это жесткий вещь. Поднимай ногу. Видишь, он становится колено. И опять, кость-кость, работай. Видишь? С разворота сюда, оттягивай. И ты живот. Бирманский бьется голова, запомните. У них очень жесткий. У них разворот и спина. Вот чемпионат мира я еду. Бирманский, попробуй там. Ну сейчас нет, в следующем году мне. Потому что там все такие, по ветеранам не разрешают. Вот я попробую узнать. Лицензии, что, как работает, видео снял. Очень жесткий вид. Сами. Удары ног. Не надо, вот все. Вандамовский, вот. Это барышники.
Встал, вот фронт. Раз, видишь, я коленом не бью, а втыкаю, колено потом добиваю. И разворот. Все бьют вверх. Вот. Вот нога. Есть? Готово в эту точку. Раз, все, работаем. Раз, два, а, три. Все. Вот работа, тайцы, это же. Все, пока хватит, приедем, удачи. Давай. Выше голову. Нога болит, прыгать невозможно. Тяжело. Видишь, я на укреплении. Тяжело посмотреть. Ребята, вот мы ждем вот нашего из Москвы, да, вот, пока что-то нас будет тянет. Вот у нас вот уже тренер будет. Вот, по бадуче оформил клуб. Вот тренер будет. Еще у нас тренер будет по вольной борьбе. Мастер-спорт он за стул. То есть мы потом эта стена сломаем, у нас будет там татами и борьбе, там колено, все. То есть у нас будет чисто боевое искусство. Понятно? Так что это, кто пропал, ничего страшного. Кто будет заниматься хорошо, вот для них есть. Больше люди придут и будет окей. Успехов вам, ребят. Давай. Спасибо. Давай. Я